В здании Московского фонда обязательного медицинского страхования создадут онкодиспансер. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. До конца года в структуру городской клинической онкологической больницы номер 1 будет передано здание Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на Загородном шоссе, сообщает агентство новостей «Москва». По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в здании организуют один из 4 онкодиспансеров в рамках программы модернизации онкологической помощи в столице. Она отметила, что 6 многопрофильных центров организуют на базе крупнейших больниц. На территории этих стационаров будет сформировано 4 онкологических диспансера. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!